Форум по основам безопасности жизнедеятельности и правилам поведения на воде стал очередным проектом, реализованным в рамках сотрудничества представителей МЧС, АСВОДа и специалистов Республиканского союза молодежи. На улице лето, пора каникул и отпусков, поэтому сегодня все силы сконцентрированы на профилактику травматизма и смертности на воде. Наша задача в рамках подобных акций, подобных мероприятий привлечь как можно больше внимания общественности к проблеме безопасности в летний период. Лето, как известно, период отпусков, период летних каникул, когда люди много находятся на отдыхе, это, как правило, активный отдых, в том числе отдых у воды. И мы привлекаем как можно большее количество людей к обучению правилам безопасного поведения, в том числе и у водоемов. Форум организаторы условно разделили на две составляющие – теоретическую и практическую. Молодые люди смогли не только получить знания, но и опробовать их на практике. Тем, кто в отрядах МООП уже не один год, известно не понаслышке, как важно быть подкованным в вопросах оказания первой помощи. Я считаю, это очень необходимо, потому что люди очень многие не знают правила поведения на воде. Мы занимаемся патрулированием с ППС, с ГАИ патрулированием. Сейчас лето, пляжный сезон открыт, будем патрулировать с МЧС пляжа, раздавать листовки, разговаривать с людьми, предупреждать их об опасности на воде. Испытать свои навыки и умения Николай Котович, как и его коллеги, смогли на базе спасательной станции на Грибном канале. Там для юношей и девушек специалисты освода провели практическое занятие по основам спасения тонущих на воде, после чего молодые люди попробовали совершить процедуру самостоятельно. В рамках форума в городе Бресте обучение прошли порядка 40 ребят. Подобные инструктажи мооповцы всего региона пройдут в своих районах, на местах, чтобы уже 1 июля выйти на патрулирование пляжей вместе с сотрудниками МЧС и освод.